готов. Эксклюзивный свитер. Свитер родился благодаря, во-первых, магазину City of Yarn и эластану, который мне пришел от магазина City of Yarn. Измеряем длину свитера до полоски. Мы имеем 42,5 сантиметра и начинаем теперь его впаривать. Измеряем еще раз и получаем 36 сантиметров. 36 вместо 42,5. Мы получили свитер, на котором невозможно сделать затяжку. Для меня это сейчас очень актуально, потому что мой старший сын уезжает в другой конец России на проживание. И поправлять затяжки ему будет просто некому. И вот такой свитер будет служить ему верой, правдой и теплом. Вот только представьте себе кашемир с эластаном. И этот свитер вы можете научиться вязать со мной, и вы получите точно такой же шикарный результат. Присоединяйтесь к вязанию этого шикарного свитера, потому что это может быть не только мужской свитер, это может быть женский свитер, это может быть платье. Этот мастер-класс научит вас, как миксовать пряжу, как работать с эластаном, как рассчитывать машинную пробу для эластана, как выполнить двойную горловину сложной кетлевкой. Более того, она не просто двойная, здесь еще и двойная горловина в карман. Спрашивали, как я стираю кашемир. Давайте постираем кашемир в стиральной машине. Собственно говоря, кашемир — это та же самая шерсть, поэтому мы его укладываем. Единственная разница между стиркой шерсти и кашемиром: шампунь для стирки шерсти и шелка. В контейнер для кондиционера добавили кондиционер. Включаем машину и ждем, когда машина начнет набирать воду. Еще раз берем кондиционер. Нам нужно дождаться, когда машина заберет моющее средство из контейнера. Ну что ж, машина забрала моющее средство из контейнера для стирального порошка. И я сюда наливаю кондиционер. И тогда даже карпный кашемир раскроется быстрее. Ну что ж, теперь мы закрыли и ждем, когда наш кашемир высокий постирается.